Сергей недавно женился на женщине, у которой уже взрослые дети. Может ли он претендовать на имущество жены? На вопрос отвечает нотариус Елена Букарина. Ну, в соответствии с Гражданским кодексом, наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место тогда и поскольку оно не изменено завещанием. То есть, если имеется завещание, то наследование будет осуществляться в соответствии с завещанием. Но нужно иметь в виду, что имеются исключения, имеются в соответствии с законом лица на обязательную долю в наследстве, но это нужно выяснять в конкретной ситуации. Если же завещание не имеется, то тогда наследники наследуют в соответствии с очередностью. У нас установлено несколько очередей наследования. Супруги, дети, родители, они относятся к наследникам первой очереди. Поэтому, если завещания нет, то наследовать будут как сам Сергей, так и взрослые дети умершей его супруги. Если у нее есть родители, то они также будут иметь право на наследство. Виктор спрашивает, могут ли неусыновленные дети иметь право на наследство? Усыновленный и усыновитель, они приравниваются законом к кровным родственникам. То есть, если кто-то усыновил ребенка, то это будет как его родной сын. Поэтому вот усыновленный брат, он будет иметь право на наследство, как наследник первой очереди. А другие его братья, неусыновленные, они будут относиться к наследникам седьмой очереди. И поэтому по закону они наследовать не будут, если будет вступать вот брат усыновленный в наследство. Если и у вас есть юридические вопросы, задавайте их нам по телефону 290-1990. Мы обязательно найдем на них ответы.